Привет, YouTube! Привет, подписчики канала! Вы вновь на канале Combat Knife в поисках лучшего тактического ножа. И сегодня мне хотелось бы сделать обзор на тактические ножи фирмы TacForce. Информация об этой фирме, так же как и о фирме MTech, обзор ножей, который я уже делал на канале, уходит далеко в Китай и там теряют свои следы. Все, что хотелось бы сказать о фирме TacForce, это только то, что тактические ножи в их исполнении не могут оставить меня равнодушным к ним. И для данного обзора я выбрал вот эти, на мой взгляд, интересные модели тактиков, которые будут интересны всем, кто разбирается в конструктивных особенностях тактических ножей, а также в их использовании. Первая модель, с которой мы познакомимся, это у нас носит маркировочку моделька TF-797 Black Tactical BKT. Так. Буквы TF обозначают тактический фолдер. А БКТ это Black Tanto по форме лезвия. Вот такой вот нож. Давайте еще раз посмотрим на него. Такой интересный нож. Такой вот у него клиночек. Имеет небольшую серрейторную заточечку. Очень удобно лежит в руке. Можно сюда вот даже переместить палец. Что-то делать. Строгать там, например. Он обладает всеми качествами тактического ножа. Так, коробочку пока в сторонку беру. Вот. Ну, по своей конструкции он, конечно, схож с ножами фирмы US Army. Сейчас у меня где-то есть рядом. Давайте сравним. Вот такой я на него уже делал как-то обзор. Кто-нибудь, может быть, помнит или смотрел. Ну, примерно схожесть какая-то есть. Но у TacForce у него вес, конечно, полегче, чем у Army Strong. Клипса только в одном положении, не переставляется. Очень мягкая клипса. Шпинек только имеется с одной стороны. Имеется дол с двух сторон. Еще раз посмотрите на него. Такой вот достаточно очень большое лезвие, большой клинок, сам нож не маленький такой. Можно замерить длину. Возьмем линеечку, замерим его длину. Ну, примерно 22,5. 225 миллиметров. Достаточно очень большой клинок. Сам нож очень большой. Но очень удобный. Прекрасно работает как прямым хватом, так и обратным. Здесь тоже вот небольшая насечка для пальца имеется. Глубокая подпальцевая выемка предотвращает соскальзывание руки на клинок. Здесь у нас небольшие пластиковые накладки, достаточно цепкие. Цвет у них такой темно-зеленый. Прекрасно лежит в руке, подпружиненный. Прекрасно открывается.
Вот. Ну, давайте перейдем к следующей модельке. Вот. Следующая моделька фирмы, от фирмы TacForce. Вот такой вот нож. Тоже очень с интересным дизайном. Открывается тоже достаточно быстро. Смотрите, какой. Конечно же, он выполнен в оригинальной манере с характерными свойствами тактического ножа. Смотрите, какой. О, вообще. Обратите внимание на вот эту вот глубокую подпальцевую выемку, такой подпальцевый упор под большой палец. И глубокая выемка под указательный. То есть, удерживая его, рука точно не соскочит, не соскользнет на клинок, и вы не поранитесь. Очень грамотно сделано анатомически. Хват делается более надежным, сливаясь с конфигурацией руки. Есть небольшая серрейторная заточечка. Дизайн такой отличный, интересный, необычный. Клипса только тоже в одном положении. Есть небольшой стеклобой, но он не мешает при обратном хвате руки, что когда с ним работаешь. Отличный такой нож. Давайте тоже его замерим линеечкой. Сейчас посмотрим примерно, сколько у него длина. Так, ну он тоже примерно, даже не примерно, скажу вам точно. Если померить по стеклобою, он 22 сантиметра. Если без стеклобоя, то 21,5 миллиметров. О, да. Давайте рядом второй положу. Вот так вот. Вот. Сравните их конструктивные особенности. Очень интересные. Очень разные у двух ножей. Вот. Каждый отличается такой своей харизмой. Оба ножа в настоящей тактике по своей конструкции. При работе с ними, конечно, оставили мне массу положительных эмоций на снарядах, когда я работал с ними. Ну, все, кто смотрел данный обзор, благодарю за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И самое главное, помните, что только трус ходит без ножа.